Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами продолжим проходить самую милую игру на свете под названием Turnip Boy. И я, кстати, маленький репчик, который должен платить налоги. Ну а если вы любите милые игры, или вы скучали по этой игре, ну или хотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, наша миссия гласит так. Саня, репчик, чтобы не платить налоги, принеси вилку. Что ж, Оу, ты уже сразу в меня вцепился? По-моему, рановато. Ладно, я тебя порублю просто на куски. Да елки-палки, какой же ты страшный. Отцепись, вот, другое дело. Так вот, я уже получил ключ. И этот ключ у нас вот от этой двери. Там-то, по идее, и должна скрываться вилка. Но ее так просто, я уверен, мне не отдадут. Стопудово будет какой-то босс. Это чё, кот? Я не хочу убивать кота, гнилое мяублочко. Я не хочу убивать кота. А в нем еще и червяк живет. Я попробую убить червяка. Ладно, котях, иди сюда. Ой-ой-ой, тут очень все сложно и непонятно. Офигеть, он выпускает червей. Черви вылезают из кота. Ну просто офигенно, он еще и катается туда-сюда. Здесь куча дырок, и если бы я мог, я бы эти дырки как-нибудь заделал. Но я никак не могу этого сделать. Короче, придется быть аккуратней. Это мега-кот-босс. Мы убивали огромного пига, огромную свинью, а здесь у нас целый кошак. И он не заслуживает того, чтобы умереть. Но если он не хочет отдавать мне вилку, мне придется с ним расправиться. Потому что самое главное, это, конечно, налоги. Их нужно заплатить. Кошак, давай ты не будешь кружиться, вертеться, как юла, а просто постоишь, облегчишь задачу и мне, и сам не будешь мучиться, я просто потыкаю в тебя деревянным мечом, и все по итогу будут довольны. Я заплачу налоги, ты избавишься от червей. Да куда же ты прыгаешь? Кстати, он не пытается меня даже атаковать. Я постоянно умудряюсь уворачиваться. Это... Ой, а чё я не... Блин, друзья, ведь это гениальный план. Можно было бы поливать из лейки бомбы и толкать их в кота. Да, это, конечно, бы заняло дольше, больше времени, но фиг знает. А, пролезть я все равно тут не могу. Чуть не продамажили меня. Вот это была бы беда. Кошак, остановись. Я тебя почти уже добил. Ну иди сюда, ты маленькая мяукала. Мяублочко, иди сюда, блин, дай тебе в тебя потыкаю. Ты чё ты такой круглый? Так, чё ты катаешься же? Ух, кошак, я бы тебя погладил, а приходится тыкать. Все, дотыкался. Отлично. Мега большое мяублочко побеждено. Странно, что репка сражается с мяублочком. Итак, друзья, глядите-ка, из него выпала какая-то что-то. Погоди, мне нужно... Мне нужно еще внутрь попасть. Внутрь этого круга, но я не знаю как. А, похоже, это и есть арбузы. Давайте-ка мы сменим налейку. Я думал, это бомбы. А это, скорее всего, арбузы. Я, кстати, могу их толкать. Так что все нормально. Мы в любом случае туда попадем. Так, а это что за сердечко? ХП будет больше. Сердцевика подарит тебе дополнительное сердечко. Круто. Ладушки. Мяублочка-потеряшка. Прекрасный любимчик Хлюкли. А, так этот котик теперь будет моим питомцем. Вот это хорошо, вот это классно. У меня теперь есть котик. Он уменьшился и стал добрым. Запись номер 3. Большая машина делает брррр. Прикол. Какой прикол, ну давай почитаем. А так больше-то ничего и прочитать-то и нельзя. Ладно, что это за штука? Баллончик с краской. Краска, но в баллончике. Так, погодите, а тут что у нас? Генератор, вот это нужно было сделать. А нафига мне баллончик с краской? Кому-то его, наверное, нужно отдать, но я уже и не помню кому. Помню, что нужно было включить генератор, чтобы холодильник заработал, и чтобы овощи не проп... Эй, ты чё такое? Привет, репчик! Привет! Изучение этой местности принесло свои плоды, а сейчас мне пора возвращаться в исследовательский центр. Кстати, а ты случайно не встречал в морозильнике Маринозе? Я не знаю даже, кто это... Этих преступников знает вся округа. Странно, что они до сих пор не подговорили кого-нибудь вытащить их из заточения. Да. Репчик, я только об одном прошу, не помогай этим негодяям. Ладно, хорошо, я не буду им помогать, мне они не понравились. Огурец с ножом? Это плохой огурец. Нельзя доверять огурцу с ножом. Это что такое? Слышь, Репка, а ну-ка повтори, что ты там сказал? Я вообще-то был лучшим на макаронном флоте и не раз участвовал в секретных операциях в амбаре, чтобы ты знал. На моем счету 300 жертв. Это агрессивная макаронина. Макарошка, давай-ка полегче, полегче. Я тебя съем, если будешь выпендриваться. Я обучен тактике пармезанской войны и признан самым метким снайпером в тестовых войсках. Ты для меня пыль. И я всегда попадаю точно в цель. В этом со мной никто не сравнится. Я тебе корешки-то пообломаю.
Придется ответить за свои слова. Думал, с тебя взятки-грядки? Так вот подумай еще раз, Репка. Че он такой агрессивный, Макаронина? Ты че такая злая? Че я тебе сделал? Я передал ориентировку шпионской сети, расположенной по всей ферме. За твоей ботвой уже пристально следят. Приготовься, надвигается буря. И эта буря сорвет твою жизнь на корню. Тебе кранты, парень. Я могу прикончить тебя в любой момент. И я знаю 700 способов, как это сделать. Притом только голыми руками, чел. У тебя нет даже рук. Я более злой макарошки еще не встречал в жизни. Она офигенная. Да, я мастер рукопашного боя. А еще у меня есть доступ к оружию в арсенале макаронных войск. И я не премину им воспользоваться. Так отделаю, что не поймешь, где вершки, да где корешки. Если бы ты знал, что тебя ждет за столь остроумный комментарий, ты бы, наверное, придержал бы свой поганый язык. Но нет, ты сболтнул лишнего, и теперь тебя ждет расплата, урод. Ты у меня навозом харкать будешь. Считай, ты гниль, приятель. Жесть, мне реально страшно стало, даже как-то не по себе. Офигеть, вот это макаронина. Чтоб меня, у тебя получилось? Генератор работает? Да. Пожалуй, полно мне на тебя злиться. Вот, держи, это все, что у нас есть. Ха, копье с четырьмя зубьями. Жаль, что придется отдать его Лукасу. Блин, я бы сам побегал с этой вилкой. Она реально крутая. А вот кому нужно отдать краску, я не знаю, зачем она вообще мне. Это похоже что-то типа трофея. Или я не знаю. Блин, я не знаю, что делать с краской. Ну ладно, давайте выходить. Погнали, отнесем мы мэру Лукасу. И он простит мне часть налогов. Так что все будет хорошо. Это выход сюда. Я не заблудился, я все еще помню расположение комнат. И, между прочим, все злые овощи из дома просто куда-то исчезли. Это прикольно. Вот они были, а вот их нет. А может, все-таки мэр Лукас разрешит оставить вилку себе, потому что она бьет дальше, чем мой меч. И плюс у нее целых 3 зубца, а не один, как у меча. Хм, прикольно. И еще, мне кажется, следующее задание будет звучать как: «Саня, сходи в пещеру. В пещере что-то есть». Я бы сходил на самом деле, но посмотрим, пока непонятно. Копье с четырьмя зубьями. Мне очень даже пригодится. Все идет по плану. Кстати, Анна рассказала мне о жиже с необычными свойствами, которая находится в позабытой пуще. Мне бы такая не помешала. А где такая? Что за позабытая пуща? Это пещера и есть? Нет, она несъедобная. В общем, раздобудь мне эту жижу любой ценой. Позабытая пуща. А где это может быть вообще? Я вообще... Я не знаю, ступенчатые скалы, позабытая пуща. Блин, я вообще не понимаю, даже примерно, может... Полегче, полегче. Полиция Вкуснограда при исполне. Пресвятые грибочки. Ну да, они будут говорить, какой я миленький, мы уже это проходили. Не хочу я с тобой говорить. Картофелина, тефтелька, отстань. Я хочу поговорить с Фаршем. Офицер Фарш. Не, они не пустят меня сюда. Нужно искать позабытую пущу. А где это? А, я помню. Помните, стояли чуваки? Да-да-да, вот она, позабытая пуща. Гребаный червь. Меня лишили вилки, и теперь я не могу атаковать. Совсем другое дело. Здесь стояли разработчики и не пускали меня, а вот теперь мы в позабытой пуще. Привет, Репчик. Здорово, рад тебя снова видеть. Добро пожаловать в позабытую пущу. Я зову это место своим домом. Но тут же страшно и темно. Сюда мало кто захаживает, а я изучаю здешние земли, сколько себя помню. Я повидала немало странного в чаще. Тут бывает небезопасно, зато можно отыскать немало подсказок о том, кто мы и откуда. Но это радует. Я люблю тайные загадки. Буду тебя ждать в исследовательском центре. Я помогу добыть жижу, которую просит мэр Лукас. Будет ждать меня в исследовательском центре, но мне бы хпшка не помешала. Кстати, повезло, первый куст разбитый. И именно за ним скрывалось маленькое сердечко. Удача, удача на моей стороне сегодня, это радует. Минус улитка, у тебя удачи, к сожалению, не было. Я... Заяц, злой заяц, он любит репку. Охрененно больно бьет. Жесть, таких врагов я еще не встречал. Мега зайцы, пожирающие все на своем пути. Давящие все живое. Превращающие это в пюре. Ну, я типа овощи, и меня можно превратить в пюре. А, заяц сам себя выпилил. Ну, молодец, заяц. Увидел меня, испугался и сам... Ага, меня это тоже дымажит. Окей. Так, и куда это я прибежал? Я что-то совсем уже заблудился. Позабытая пуща имеет кучу проходов и входов.
И какой из... Ну тут смотрите, вообще прямо все жестко. Так, что тут написано? Разыскивается за неуплату налогов, мелкую кражу, непристойное обнажение, подхалимежаж... Подхалимаж? Убийство, хулиганство, незаконное проникновение, порчу имущества и так далее и тому подобное. Репчик. Награда $2. Осторожно, он вооружен и опасен. Ну я не такой уж и опасный. Порвем это. Прикольно, прикольно. Значит, меня боятся в этом мире. Что у нас внутри? А вот и она. Привет, Репчик. Рада видеть тебя в моем исследовательском центре. Он очень маленький и миленький. Я уже давненько изучаю местный лес, чтобы узнать больше о нашем прошлом. Да? А информацию о том, откуда мы родом, очень мало. Просто не верится. Хорошо, хоть мэр Лукас финансирует мои исследования. А теперь вот и помощника прислал. Ты же не прочь подзапить мне? Да нет, давай работать вместе. Двигайся отсюда на север. Там находится фреска. Только вот я не знаю, как к ней пробраться. Она за забором. Я, конечно, исследователь, но самой с этим возиться не хочется. Ладно, положись на мои плечи, которых у меня нет, но я справлюсь, я обещаю тебе. Зарисуешь для меня фреску, если у тебя получится туда попасть? Ну, зарисую. Ключ-то мне дай. Ладно, на север нужно, окей. Просто я перепутал, как всегда, север с югом. Короче, на север проход не заблокирован. Побежали. Нам сюда. Текс. Злая улитка, будь добра, сдохни. Игровой совет. Поливать растения можно даже через забор. Считай, теперь ты профи. Ну, допустим, у меня есть лейка, и если я полью растения, что мне это... Портал! В игре появляются порталы? Так, пошел вон отсюда. Пошел вон! Прикольненько. Это может сделать все гораздо проще, но гораздо запутаннее. И еще смотрите, какие-то камни есть. Разбивать я их не умею. А, с помощью бомбы разве что. Ну, давай. Первый взорван. Портал. А как бы мне... Так, погоди, заяц. Зайца надо завалить. Иди сюда. Два удара. Хорошо. Теперь берем лейку, толкаем вот так бомбу. И она пролетит через порт... А чё портал потух-то? Через портал. Не пролетела через портал. И я-то не... А если сюда? Чё-то я... Да куда? Туда, не сюда, не туда, вот сюда. Включаем портал. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, типа, у нас есть два портала, а смысл? Нифига, вот в чем смысл. Блин, не успел. Активируем этот портал, вот так. Не в ту сторону, почему он ее толкнул? Во, сработало. А тут у нас еще один портал. Офигеть, вот это головоломка. Реально ломается мозг. Так, и проход в какой-то тайный зал, какую-то пещеру. Там и находится эта фреска. Ну, давайте глядеть. Прикольно, радиоактивные отходы. Вот почему овощи ожили. Тут везде радиоактивные гребаные олени. И отходы. Жесть, это целый босс олень. Ни хрена ты офигел, дядька. Хоть бы знать, сколько у тебя хп. Он просто выпилился тоже. Или испугался и убежал. Так, мне нужно здоровье. Обязательно. Мне срочно нужно восстановить здоровье. Хотя и получается, конечно, от врагов уворачиваться, но кто его знает, что можно повстречать дальше. Может быть, там будет стадо безумных оленей. Зарисовка фрески. Ого, кто же нарисовал гриба-гиганта? Красотища. Это радиоактивные отходы, мать их, за ногу. Жесть. А овощи облучены радиоактивными отходами. Неудивительно, что они все такие милые. Вряд ли, конечно, если меня облучить радиацией, я стану милым. Но с овощами, видать, это работает. Прикольно. А еще говорят, что генно-модифицированные продукты — это не очень хорошо. Конечно, это не связано с радиацией, но суть вы поняли. Короче. Апгрейднутые овощи — это прикольно. Прикиньте, вы открываете холодильник, а там помидор такой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Но вы бы его не съели, очевидно, да? Или съели бы. Типа, прости, помидорка, но я так люблю помидорки кушать. Ты уж не обижайся на меня. Можно было бы вырастить себе друзей помидоров, а потом их съесть. Но я сделал все, давай сюда ключ.
Мой верный помощник, ты принес зарисовку, молодчина. Занятно. Что? Мне знакомы легенды о грибах-гигантах, но прежде я считала их небылицами. Теперь же мне кажется, что они как-то связаны с нашей историей. Но не стоит делать поспешных выводов. Сначала требуется собрать побольше данных. И тут в дело снова вступаешь ты. Да? Возьми этот ключ и отправляйся на юг. Поговаривают, там находятся древние грядки с репой, которые я так и не смогла отыскать. Посмотрим, что тебе удастся вызнать у местных жителей, если, конечно, ты их отыщешь. Окей, теперь нам нужно отправляться на юг, но как это все связано с той самой жижей? Я не знаю. И было еще одно место, где я не бывал. Можно будет и туда сбегать. Так, первый портал, второй портал. Теперь мы здесь. Да переключайся же ты на меч. Во, другое дело. Только улитки. Еще один камень. Блин, ну давай. Так, портал. Это не портал, вот портал. Теперь мы здесь, но пройти я никак не могу. Ага! И чё? Типа можно сделать так? Но в этом нет никакого смысла на самом-то деле. А, вот еще портал, где может быть. Я понял, что нужно сделать. Не созрела бомба. Давай, быстрей. Готово. И тут мы получили арбуз. Теперь его можно полить и толкнуть. Теперь мы включаем вот этот портал. И вот этот. И делаем вот так. Проходим. Нет, стой. Да стой! Вот сюда, вот так толкай. Во, ха-ха, это сработало. Так, теперь нам нужна бомба. Блин, вот это реально путаница. Окей, быстрей. Получилось, сам прохожу. Проход разблокирован, и это просто офигеть. Грядки с репой. Сюда-то нам и нужно было. Да хватит меня бить, гребаный заяц. Лучше бы ты меня кусал. Радиации никакой нет, или что-то напоминающее радиации. Репка, а где же ее лицо? Почему она не дышит? Мертвую репку нашел, мертвого братика своего или сестричку. Так, еще больше радиоактивных отходов. Воу, мега-олень! Ах ты, скотина, больно-то как. Вот попытаюсь вернуться. Уворачивайся. О, хпшечку. А, ну в принципе с ним можно сражаться, он довольно тупой и медленный. Можно успевать уворачиваться. Продымажил меня? Как ты умудряешься? Я же даже не дотрагиваюсь до тебя. Убегать. Непонятно, сколько у него хп. И сколько ударов потребуется, чтобы ликвидировать его. Убежал все-таки, зассал. Чувствую, в следующую нашу встречу он будет еще больше в несколько раз. Он и так увеличился раз в 10, наверное. А если он еще раз в 10 раз увеличится? От размера, который сейчас у него. Это страшно. Портативный портал. Способен создавать переносной портал. И как это работает? И куда он ведет? А, вот так можно делать. Создавать два портала и между ними перемещаться. А в чем смысл? Что мне это дает и где это можно, в общем-то, использовать? Я не совсем понимаю. И как это связано с жижей? Мне что, возвращаться назад? Но погнали назад, правда, вообще нет понимания, а где, а как, а для чего, а почему. Перемещаться, но это может быть полезно, ну как? Мне бы вон на ту сторону попасть. Если бы получилось туда перенести портал, вот это было бы полезно. Ну вот у меня два портала. А толку-то? Эх, закинуть бы его на ту сторону. Не работает. Эй! Это так не работает. А это что я? Что я делаю? Я сейчас умру. Все, готово. Ну, хорошо. Один портал мы оставим здесь. Второй портал, я не знаю, куда, где, что и как. Так офигеть, я даже выбраться отсюда не могу. И что делать? Бомб нет. Выбраться я отсюда не могу.
Портал на ту сторону перекинуть тоже у меня не получается. Похоже, я в какой-то ловушке. Здесь прохода нет. А что, если вернуться назад? Ну, допустим, я вернусь назад и попробую что-то еще там отыскать. Похоже, друзья, я понял. Все совсем иначе и гораздо проще. Мы включаем здесь портал. Но будет ли он соединен с этим порталом, я просто не знал. И похоже, что да, они соединены. Можно соединять вот такие порталы вместе. Я просто не догадывался, что такая возможность есть. А она есть, это здорово. Хватит рыгать, репка. Мы не так уж и много съели. Так, порталы нам не нужен. Нам нужна лейка. И выросла бомба. Ну, допустим. Теперь эту бомбу нужно отправить вот сюда. Делается это, я думаю, просто. Первый портал. Второй портал. Немного кривовато, да? Да. Черт побери, мне нужен вот здесь портал. Вот именно вот в этом месте. Готово. Теперь лейка. А почему оно полетело наверх, когда нужно, чтобы оно полетело не наверх? Ну, допустим, вот так, если... Снова лейка. Во! Неровно, но главное, что получилось, остальное уже и не важно. Сдохни, червь. Жалкое земное существо, и ты сдохни. Репка в ярости, репка злится. Мы можем еще сюда попасть, только я не знаю, насколько мне это нужно, и нужно ли мне это вообще... Ну, давайте ради интереса посмотрим, что там. А, так мы здесь были уже. Выходит, мы просто возвращаемся назад. Надо с тобой говорить? Ох, я что-то не понимаю. Она прямо как ты, но неразумная. Репчик, мне очень жаль, не думала, что исследование зайдет так далеко. Нам нужно докопаться до истины и понять, как все эти предметы и события связаны. Возьми последний ключ и отправляйся на запад. Что-то мне подсказывает, там найдутся ответы на наши вопросы. Отлично, нам теперь на запад. Ха, ну какие тут могут быть ответы? В общем-то, все понятно. Так, только это не... Ну да, запад. А как мне туда попасть? У меня есть ключ, но как этот ключ мне поможет попасть на запад, если здесь проход-то заблокирован? Разве что как-то сюда что-то телепортировать, но поблизости-то я ничего и не вижу. Что можно было бы... А, вот портал. Вот он. Вот как это будет работать. Активируем здесь портал. И вот здесь портал. Во. Немного проще, чем я думал. И давайте-ка сразу на будущее закроем дырку, чтобы потом не пришлось этим заниматься. Разблокирован проход, идем на запад. На западе у нас... Эй, ты живое или ты злое? Что? Где? Кто? Где? Кто я? Ты желудь, только ты палит какой-то радиацией или кислотой. И еще один желудь. Кажется, я упал. Эй, все нормально, все будет хорошо. А потом выкарабкивался из этой жижи, больше ничего не помню. Окей. Блин, мне их жалко немного. Голова болит. Блин, бедняжка, не расстраивайся. А позади какой-то гул. Хорошо, мне страшно заходить теперь сюда. Здесь повсюду будет радиация. Радиоактивный олень пьет радиоактивную воду, и он сошел с ума окончательно. Олень? Воу, он объелся радиацией. Жесть, да куда убегать? Он меня зажал. Класс, я не могу отсюда выйти. Классно. Очень интересный босс. Ха-ха, я даже не мог пошевелиться. Просто зажал меня в углу и дымажил. Я понял. Радиоактивный олень. Босс, радиоактивный олень против репчика. Никогда не стой на месте. Бля-га. Нифига себе. А если пытаться его как-то бомбами дымажить? Ну, иди сюда, я попробую у тебя... Нифига себе, лазеры! Радиации! Блин, еще и заяц, я совсем забыл про зайца. Иди в жопу. Черт побери. Что я делаю? Я сейчас опять умру. Ладно, нет смысла сражаться, я просто начну заново.
Я очень много ошибок допустил и сейчас опять умру. Не было смысла собирать сердца. Тут надо перебить сперва зайцев, а потом уже полностью посвятить себя битве с оленем. Тогда будет смысл. Босяра реально жесткие, сложные. Чертова радиация. У него глаза съехали даже со своих мест. Так, офигеть. А где зайцы-то? А где зайцы? Ладно, что-то зайцев не видно. Оно к лучшему. Зайцы вылазят прямо из травы. Жесть. А, ай-яй-яй. Минус заяц. И минус заяц. Попаду, не попаду? Попал, класс. Это, кстати, удобная методика. Блин, не то. Давай еще одну бомбу. Ну, это будет несложно, если бомбами его чисто зафигачивать. Еще одну бомбу в него прямо. Бумс! Еще одна бомба, и он сдох. Ха-ха. Думал, будет сложнее. Но мечом его точно бить смысла нет. Это слишком рискованно. Вот бомба — это идеальное оружие. А, его нельзя по диагонали пускать. Очень жаль. А-а-а! На целое сердечко. Да грёбаные зайцы, откуда вы вылазите? Это нечестно так. Так, вот сейчас я попаду, по идее. Поехали. Победил. Воу. Воу-воу-воу. Интересный босс, интересный. Всегда прячется в радиации, а когда не прячется, бегает просто и ударить его невозможно. В общем, единственно правильный вариант был, это именно бомбы. Сердцевика, еще немножечко сердцевики, класс. Ладушки. Ну и что, теперь мы возвращаемся назад или идем куда-то дальше? Похоже, куда-то дальше. А вот и та самая жижа. Зеленая жижа, на ощупь такая странная. И зачем она понадобилась мэру Лукасу? Не знаю. Ну, понесем ее мэру Лукасу, там-то мы ее узнаем. Хотя сперва нужно зайти в исследовательскую лабораторию Анны. Она тоже может с нами поделиться какой-то ценной инфой. Она все-таки исследователь, она проведет эксперименты и опыты над этой жижей и выяснит ее происхождение, ее свойства и что она способна делать с овощами. Здоров, Аннушка. Кстати, я почему-то не могу с ней говорить. Могу. О, Репчик, ты прямо светишься. Да, я радиоактивный теперь. И как-то не похоже, как-то не по-хорошему. Вокруг тебя все будто оживает. Кстати, а у жижи есть лицо? Она больше похожа на нас, овощей, или на животных? Или на тех, не на других? Не знаю. Что, по дороге тебе встретились говорящие желуди? А я всегда думала, что желуди — это просто семена. Жижа, репа, грибы-гиганты. Может, в этом и кроется секрет нашей эволюции? Может, грибы-гиганты создали жижу, чтобы даровать нам жизнь? Мне нужно срочно подготовить отчет об этих находках для мэра Лукаса. Мы с тобой такое раскопали. Репчик, спасибо тебе огромное. Ты мне очень помог. Возьми это взамен. Теперь ты самый настоящий исследователь. Оба-на. Новый шлем, пробковый. Теперь я прямо как настоящий исследователь. Прикольненько. Можно шлем сменить, да? Давайте сменим. Ну, да, буду бегать в нем. Мне нравится, я весь сияю, действительно. Я теперь радиоактивный репчик. На этом, друзья, мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Продолжаем проходить мега милую игру. Она реально офигенная, блин, как же она мне нравится. До новых встреч, удачи, пока. Ну и счастья вам. Берегитесь радиации. Пока.